сегодня китайский Новый год. Happy New Year. Спасибо. Опа, опа. Мы все живем! Сергей? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Нормально, все хорошо, спасибо. Что, мы завтра готовы? Конечно. Готовы? Готовы. Готовы к сюрпризам соперника? Ну, готовы, конечно, нет. Ну, это же игра, ко всему готовы. Надеемся, что у нас будут сюрпризы. Для них. Но мы не будем рассказывать, есть они или нет. С Локомотивом тяжело, постоянно играем. Согласен. Три основных момента, которые помогут нам завтра победить. Хороший настрой на игру, поддержка наших болельщиков, и я думаю, все может сложиться. Национальный фон, как мы играли с Казани, как мы играли с Динамо последние две партии. Нам придется кричать, придется орать, придется биться за каждый мяч. Команда очень хорошая, команда сыгранная, но сегодня будет не сладко, будет непросто. Поэтому давайте, пожалуйста, с первой партии максимально на 100% эмоционально начинаем сегодняшнюю игру. Самое главное, все вместе, парни, все вместе. Мы сыра! Эмоции усталости. Очень тяжелый матч. Я думаю, из последних то, что мы играли за многое время, это самый тяжелый матч. Эмоционально, физически, потому что у меня такое ощущение, что процент в атаке в этом матче у двух команд так себе. От этого получались долгие розыгрыши, много защиты, энергозатратный волейбол с двух сторон. Видно, что все ребята подустали, и мы, команда «Локомотива», такая вязкая очень игра, многовато ошибок, грязновато было. В целом, я рад, что мы в такой вязкой грязной игре нашли свои пути набора очков, свои пути нахождения эмоций, в том числе от зала, опять же, да, сегодня почти полный зал. Нельзя было по-другому нам играть. Даже первую партию, которую мы хуже всего сыграли, мы выиграли, и вот после нее нам надо было, конечно, набирать ход. Я уверен, что от команды «Локомотив» всегда нужно ждать сюрприз, и каждый может заменить друг друга. Мы разбираем всех и готовимся ко всем, а их дело уже выпускать, и кого именно, и какие цели они преследуют. Но, как показала игра, может выйти каждый и показать достойную игру. Thank you.
Локомотива, как всегда, она обладает хорошей подачей, неплохой игровой защите и блоком, соответственно, потому что на выбитых мячах ставить блок – это довольно-таки сложно. Могу сказать про Белогорье – это командная игра, в первую очередь, за счет характера. Были сложные моменты, перестояли. Уже не первую игру, проявляем характер, и это радует. Мы идем, я думаю, в правильном направлении. Но на Аль-Хадждаде мы всегда надеемся, в каждой партии, независимо от того, получается у нее игра или нет. Поэтому, конечно же, он, как всегда, вытащил как Локомотив на себе и показал результат достойный его уровня. Чем порадовало, наверное, тем, что будем учитывать, что, наверное, Белгород на подъеме сейчас после некоторых там побед. Вот у нас сегодня, так скажем, состав непривычный для всех. Вышел на сегодняшний день резерв, и мы смогли как бы показать достойную игру. Но при этом всем как бы единственный минус, что мы очень обидно упустили эту партию, когда вели плюс 4 там в концовке. Что каждые три дня играться с одной шестеркой сложно. Думаю, что это особо не сказалось на игру. Мы-то бились, свои шансы опустили, наверное. В основном третья партия, которую мы вели 17-21, вот там пустили инициативу, игра могла закончиться 3-1 в нашу пользу, так как сумели взять четвертую, но надо отдать заслуженное Белогорье, бились за каждое очко и переломили их вот третью партию. Думаю, это для них было ключевое, чтобы потом суметь выиграть игру. Очень рад, что мы выиграли, потому что такие матчи могут сломать, когда вы проиграли, но могут поднять, когда вы выиграли. Вот. Я очень надеюсь, что мы пойдем еще дальше вперед. Спасибо Локомотиву за игру. С ними всегда интересны тактические игры, потому что тренерский штаб требует у них установки выполнения полностью. И даже вот видите, игроки, которые вроде как не являются основными по ходу сезона, выходят, не то что не портят картину, а привносят новое. Поэтому тяжело. С тем же Игорем Тисевичем сегодня мы недолго не могли понять. Ну, я рад, что справились, рад, что нашли опять себе силы на пятую партию после тяжелой четвертой, которую мы такое получили, пощечину, вот, но ничего. Вот, но при этом смогли как бы четвертую зацепить, вырвать на характере. Ну, а в пятой, как бы, там, мне кажется, мое почтение именно Аль-Хадждаде за его подачу. И вот здесь маленько не справились. В пятой партии, наверное, такая больше на нервах. Ты не так часто играешь, что и... Ну, маленько волнительно тебе в такой момент. Может быть, на этом проиграли, но будем делать как бы работу. Матчи? Да. Кумир миллионов едут? Ездит кумир миллионов. Но я не знаю, кто именно там кумир миллионов.
Да, да, там в «Зените» много кумиров миллионов. Я думаю, там про Женю Гребенникова сейчас разговор. Хотя, возможно, про Андрея Титича. Но он легенда, все это знают. Да, «Зенит» сейчас набрал такой ход, что... Ну, это совсем другая команда, чем была в первом круге. Мы к ним готовимся абсолютно так же серьезно. Времени для восстановления немного, но у всех сейчас команд так. Поэтому будем находить себе силы, посмотрим, как «Зенит» найдет себе силы, и будем играть максимально, что у нас не остается никакого выбора, кроме как максимально выжимать из себя сейчас все, что есть, и каждую игру на максимум играть.